Александр Ус позвонил руководителям крупнейших компаний по производству лекарств, используемых при коронавирусе. Губернатор попросил фармкомпании ускорить поставки препаратов. Несмотря на относительные показатели в расчете там, на 10 тысяч, такой более-менее благополучная ситуация, тем не менее объемы лекарственных средств, конечно, нам нужны большие. Поэтому очень попрошу вас ускорить, если это возможно, поставки. Накануне руководство одной из фармкомпаний уже сообщило Александру Усу, что отреагировало на его просьбу. Партия противовирусного препарата «Фавипиравир» поступила в край. Сроки отгрузки лекарств пересмотрели и другие поставщики. Так, 75 тысяч упаковок самого распространенного противовирусного препарата «Арбидол» будут отгружены на склад губернских аптек уже 24 ноября. Еще 18 тысяч упаковок препарата поступит в край 3 декабря. Часть лекарств будут бесплатно доставлять заболевшим, проходящим лечение дома. Часть будут переданы в стационары края и в розничную продажу. Этого будет достаточно, чтобы до конца года обеспечить бесплатную выдачу медикаментов при лечении как заболевания в легкой форме, так и в среднетяжелой на амбулаторном этапе. Кроме того, на следующей неделе в край ожидается поставка второго основного препарата «Грипферон». Интерферон альфа, который закапывается в нос и тоже применяется в основных схемах лечения легких и средних форм заболеваний на дому.